Добрый день, дорогие садоводы и огородники! Все наверняка уже знают, что смородина неравнодушна к картофельным очисткам, потому что они, во-первых, богаты калием, а во-вторых, крахмалом, и рекомендуется использовать именно очистки, а не целые картофелины, потому как концентрация полезных веществ больше всего как раз таки в слое ближе к кожуре. Однако вносить крахмал под смородину можно не только с помощью картофельных очисток, но и в чистом виде, используя обычный пищевой крахмал, который продается в магазинах. Крахмальная подкормка действительно очень полезна и эффективна. Как же приготовить крахмальное удобрение для смородины? Так вот, берем 300 грамм крахмала, разводим в 3 литрах воды и кипятим на маленьком огне. Затем кисель переливаем в ведро и добавляем еще 10 литров воды. Наше удобрение готово. Чтобы подкормить смородину крахмалом, сначала хорошенько увлажняем землю под кустами, а потом поливаем нашим удобрением под корень. На куст потребуется 2-3 литра. Первый раз подкормку рекомендуется вносить перед цветением, а второй – в начале плодоношения. Вы увидите, что ягод после крахмальной подкормки будет намного больше, они будут крупными и сочными. Некоторые садоводы не советуют варить кисель, а просто разводят 200 грамм сухого крахмала в 10 литрах воды, размешивают и поливают кусты смородины. Подкормка картофельным крахмалом увеличивает рост молодых побегов ранней весной, препятствует осыпанию цвета, увеличивает урожай, способствует наливу ягод, улучшает вкус ягод, увеличивает сладость плодов, предотвращает увядание и раннее осыпание ягод. Разумеется, не только эта подкормка повлияет на такой хороший урожай, но крахмальная подкормка станет одним из важных шагов на пути к богатому урожаю. Может, у вас есть какие-то советы и интересные идеи? Делитесь, пожалуйста, в комментариях. Всем удачи и хорошего настроения!